Клещи для снятия хомутов используются для установки и замены хомутов различных типов и предназначения. В основном прямые клещи для снятия хомутов используют для работы с хомутами в системе охлаждения двигателя и их замены на специализированных автосервисах, а также в домашних условиях. Сюда входят хомуты на патрубках радиатора и тосола. Цена $15. Оптический дефектоскоп служит для обнаружения некачественных контактов, трещин и оптического волокна на расстоянии до 20 км. Применяется при строительстве, ремонте и обслуживании волоконно-оптических линий связи. По сути, это лазер, который посылает пучок света в волокно, и таким образом можно найти различные дефекты. А цена $10. Струбцина угловая используется для небольших нагрузок. Данная модель струбцины имеет две независимо регулируемые губки, которые надежно фиксируют под прямым углом. А цена $10.